Всем привет! Сегодня мы будем готовить быструю, простую и очень вкусную аджику. Итак, начнем. Для начала мы поставим духовку разогреваться на 180 градусов. После того, как мы поставили духовку, приступаем к нарезке среднеострого перца. Отрезаем у него только верхушку и укладываем его на противень. И так поступаем со всем перцем, что у нас есть. Кстати говоря, можете обратить внимание, мы не чистим перец, а только отрезаем у него верхушки и ничем его не смазываем, а просто укладываем его на противень. И после того, как мы перерезали весь наш перец, мы убираем его в разогретую на 180 градусов духовку на 15-20 минут. Спустя 15 минут достаем наши перцы из духовки и даем им остынуть до комнатной температуры. Перец остыл до комнатной температуры, и теперь мы можем приступить к его нарезке. Нарезать перец можно абсолютно в произвольной форме. Кто-то может его порезать помельче, кто-то покрупнее, в зависимости от ваших предпочтений и вашего вкуса. Мы тоже, как можем видеть, не сильно заморачивались его нарезкой, нарезали в произвольную форму и теперь укладываем его в емкость. И повторяем эту процедуру с оставшимся перцем. После того, как нарезали перец, начинаем нарезать чеснок. Чеснока добавляем по вкусу, в нашем случае это будет 4 зубчика. И также высыпаем его в емкость. После того, как добавили ингредиенты в емкость, начинаем добавлять кетчуп. Кетчуп у нас самый простой, без разных вкусов. И перемешиваем. В целом, этот рецепт хорош тем, что мы покупаем самый обыкновенный кетчуп без всяких добавок. Покупаем свежий перец и чеснок. И после этого, через несколько приготовлений, вы сможете подобрать для себя самый идеальный рецепт такой аджики, так как можно будет использовать разные виды перца. И как мы уже говорили, в нашем случае мы используем средней остроты перец, простой кетчуп и чеснок. И закончив перемешивать, мы закрываем нашу аджику крышкой и убираем в холодильник минут на 10-15, чтобы она настоялась. Спустя 10 минут достаем аджичку из холодильника, и самым идеальным рецептом будет для нее намазать ее на хлеб. И после чего ее можно будет употреблять как с первым, так и со вторым блюдом. Мы нашли свой идеальный рецепт аджики. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Всем приятного аппетита! До новых встреч!